Богослужение провел митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор. В храм с утра с женой и детьми пришел и губернатор вместе с прихожанами. В день семьи, любви и верности они отстояли всю службу. Вениамин Кондратьев отметил значимость праздника для россиян. Это российский праздник, он полон тепла, света, я бы сказал, даже трогательности. Трогательности, которая очень свойственна нашему народу. Нужен нам этот праздник, потому что семья, любовь и верность – это основа основ. В нашем народе, в нашем крае, в нашем государстве. Знаете, если на самом деле будем мы это сохранять в своих сердцах, никакие нам жизненные невзгоды будут не страшны. И никакая чуждая идеология, культура к нам не прорвется. Губернатор также поздравил с праздником семьи долгожителей, которые собрались сегодня в Свято-Покровском храме. Именно здесь находится предел с иконами святых Петра и Февронии.